Всем привет, с вами Информ ТВ. Анна Чиповская называет свою маму идеалом женщины. Мало кто знает, но Ольга Чиповская – известная театральная актриса. Именно на театральной сцене к ней пришел наибольший успех. Она продемонстрировала великолепные комедийные данные и активно играла в постановках этой направленности. Однако есть в ее репертуаре и блестящие драматические роли. Снималась Ольга также и в кино. Дебютировала на экране еще в студенческие годы, сыграв роль Галины Дорош в фильме «Смотрины». Также она сыграла главную роль в фильме «Затишье», который снят по мотивам одноименной повести Тургенева. Вы ее можете вспомнить и в нескольких ролях в 2000-е, в частности в фильмах «Русские амазонки 2» и «Елки 3». При этом в сериалах Чиповская почему-то не снимается, говорит, что это не ее. Ольга Евгеньевна всегда была предана исключительно театру и считала его основным видом своей деятельности. Она была замужем за известным джазменом Борисом Фрумкиным. И именно в этом браке родилась дочь, известная российская актриса Анна Чиповская. Борис Фрумкин с 96 года проживал в Германии и лишь изредка приезжал в Россию для выступлений. В 2007 он стал художественным руководителем Государственного камерного оркестра джазовой музыки. Стиль его исполнения блестящий и виртуозный. В 2014 ему присвоено почетное звание «Народный артист России». Интересно, что он тоже снимался в кино, но в основном это были короткометражные или документальные ленты. А вот композиторские работы Бориса очень распространены. А вы знали, что у Анны родители такие творческие и талантливые люди? Пишите в комментариях. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, подписывайтесь. Удачи!